Для компании Decor Deluxe мы разработали одноименное iPad-приложение, содержащее все каталоги компании и несколько полезных сервисов. Decor Deluxe является дистрибьютором уникальных брендов производителей обоев. Ее основная аудитория – дизайнеры интерьера, и именно их мы хотим освободить от таскания каталогов с собой, ограничившись только iPad'ом. На первом экране мы сразу расположили все актуальные каталоги именно в том виде, в каком они выглядят в жизни. То есть опытный дизайнер сразу увидит знакомое изображение, и если он разбирается в этих коллекциях, то без труда перейдет на нужное. Итак, нажимаем на книжечку «Коллекцию». И у нас открывается раздел «Каталог» со всем содержимым выбранной коллекции. В верхнем меню мы видим логотипы производителей, представленных в каталоге, а чуть ниже – коллекции выбранного производителя в виде книг. И вот, когда мы определились с производителем и коллекцией, мы видим длинную ленту каталога обоев. Можем, например, смотреть все коллекции от производителя, а не только по одной. Надоел нам один производитель, легко перешли в каталог другого. Видим, что здесь уже другой стиль обоев пошел. Так, ну вот нам понравился этот рисунок. Нажимаем, появляется информация об артикуле. Дорого. Идем дальше. Листаем, смотрим. Вообще хочу другого производителя теперь. Так, ну вот, кажется, нашел, что ищу. Смотрим информацию. Смотрим другие цвета. Здесь мы видим все параметры. Ширина рулона, цена, материал, страна-производитель, правила склеивания, цвета компаньоны. И каждый артикул можно увеличить на весь экран для подробного рассмотрения. И даже в таком виде можно вызвать панель с параметрами. Из карточки товара можно сразу добавить в раздел «Декоратор», либо создавать свои проекты и добавлять в них обои. Ну вот я, например, добавил в проект «Гостиная». То есть в этом и есть вся суть. Мы просматриваем каталоги и понравившиеся обои добавляем либо в декоратор, либо сразу в проекты. Конечно, чтобы пролистать все каталоги, понадобится немало времени. Для этого есть фильтр, в котором можно отметить бренды. Бренды, которые нас интересуют. Задать интервал цен и указать предпочитаемые цвета и стили. Вот мы видим, как они подсвечиваются. А теперь мы видим, как приложение отфильтровало каталог под наши запросы. Допустим, добавлю эти обои в проект «Спальня». Ну что, пришло время показать декоратор. Здесь мы видим в левой колонке опять весь каталог с фильтром. Типовые интерьеры, которые так вот интересно пролистываются. Можно перейти в полноэкранный режим и также работать с обоями и сохранять их в проекты. Вот я нажал на кнопку «Создать проект». Создаем и добавляем обои сразу в два проекта. Обои и интерьеры можно пролистывать прямо здесь, причем разными жестами. Вот, например, мне понравились обои, и я их откладываю, нажимая на плюсик. Смотрим дальше. Можем, например, посмотреть отложенные ранее обои из каталога. Здесь есть такой же каталог с таким же фильтром, разница только в том, что сразу можно примерять к интерьерам. Все удобно пролистывается и сохраняется в проектах. Переходим в проекты. Здесь мы видим подборки с разными названиями и общей стоимостью каждого проекта. Мы можем перейти внутрь проекта и рассчитать его стоимость. Каждому артикулу можно оставить заметки при необходимости.
Так, перейдем в проект побольше для наглядности. Вот мы видим его общую стоимость, и вот, например, изменяем цифру с количеством рулонов. И мы видим, как программа подсчитывает их стоимость и стоимость всего проекта. После того, как мы все подобрали, можем отправить PDF с заказом в компанию Decor Deluxe, после чего они с вами свяжутся, и можно будет обсудить условия покупки и доставки. Ну что, всех поздравляю, вот такой получился каталог с декоратором и заказом.